Рейды, направленные на выявление водителей, которые еще не уплатили штрафы за нарушение ПДД, Сочинской госавтоинспекции проводятся регулярно. За нарушение составляют административные протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двойном размере или арест до 15 суток, либо исправительной работы до 50 часов. В целом же, как выяснилось в ходе рейда, сочинские водители закон знают и стараются не нарушать правила дорожного движения. Я стараюсь не нарушать, чем мне это самое? То есть вы прилежный водитель? Ну, больше 40 лет за рулем сижу. Для того, чтобы избежать наказания, водителям нужно вовремя оплачивать квитанции о нарушении. Это можно сделать в терминалах или отделениях банка. И обязательно не позднее 60 суток с момента наложения штрафа. Таков закон. Лицо, даже оплатившее административный штраф после срока, предусмотренного кодексом, то есть поезд 60 суток, предоставленный для добровольной оплаты, считается субъектом административного правонарушения.